Йеменские повстанцы-хуситы атаковали объекты государственной нефтяной компании «Сауди Арамко» в Джидде. В результате на нефтебазе начался крупный пожар. В соседних зданиях выбиты окна. По данным местных властей, пострадавших и погибших нет. Отмечу, ополченцы уже не раз наносили удары по нефтебазам. В 2019 году атакам подверглась станция в Акбайке, добывающая 7 миллионов баррелей в сутки. Тогда в стране значительно сократился объем добычи нефти.